Россия успешно испытала систему Пронудоль-СМИ. Противоспутниковая система, по оценкам американской военной разведки, была протестирована уже 7 раз. В Пентагоне появился доклад о том, что Россия в декабре прошлого года провела успешные испытания системы Пронудоль, которую в США рассматривают как угрозу своим спутникам. Об этом в пятницу, 18 января, сообщил телеканал CNBC со ссылкой на два источника, знакомых с содержанием документа. По данным одного из собеседников телеканала, испытание в декабре 2018 года стало 7-м испытанием. Утверждается, что ракета за 17 минут преодолела расстояние почти в 3000 километров, после чего успешно достигла цели. Другой источник указал СНБЦ, что российские ракеты будут использоваться против коммуникационных спутников и аппаратов для спутниковой фотографии на нижней орбите Земли. Напомним, 17 января президент США Дональд Трамп представил новую стратегию ПРО. В России она вызвала серьезную озабоченность. Москва призвала Вашингтон отказаться от попыток перезапустить Рейгановскую программу «Звездных войн». Новости от корреспондент.нет в Telegram. Подписывайтесь на наш канал HTTPS/TimiCorrespondent.net по материалам сайта newsgro.com.